Miscuous, my style is ridiculous. Guess trying to stop me. Pull us back too much. Sorry, если я тебя обидел. Просто говорю, что думаю. Из тебя никогда ничего не выйдет. Как и ссылки на 50-м году. Я делаю только то, что по кайфу. У нас битами мне платят. Под пивозавод. Здорово, чуваки, это новый Second Hat Патруль. Сейчас ждем друга и вылетаем на завоз. Ну а вы пока поставьте лайки, подпишитесь на канал, ну а ставьте колокольчик и напишите комментарий. Ну и все, приятного просмотра. Так, ну что, дорогие друзья, а мы тем временем идем, садимся точнее на маршрутку, едем на первый завоз. Надо, кстати, поторопиться, потому что уже чуть опаздываем прям. Я думаю, приедем вовремя. Завозе было, ну так по мелочи, Adidas такой, Adidas, Under Armour жилетка, нормально, Lacoste, Ralph, ну и все, ну так, не очень, вот так вот. Короче, второй секунд, грубо говоря, дал свои плоды. Но вот такие, чуть-чуть пустоватые движения, конечно. Но тем не менее. Что-то как бы по итогу в кармашек и уходит. Остальные вещи покажу еще, они уже в портфеле лежат. Вот такие вот дела пока. Дорогие друзья, я уже дома, поэтому давайте я покажу и расскажу о вещах, которые я взял за сегодняшний день. Была взята вот такая футболка Under Armour, довольно прикольная. Вот имеются такие отверстия сзади для регулировки температуры. Для жаркой погоды улов вообще отличный. Потом идет вот такая футболка Капа с таким интересным горлом, можно сказать, большим логотипом. И тоже материал довольно такой тонкий. Сетчатый, очень удобная вещь на лето. Сибирочки также у нас, конечно же, имеются. У нас вот такая жилетка Under Armour. Довольно интересная в том плане, то, что она не пуховая. За счет флиса внутри и технологии, на котором, собственно говоря, сделан флис и сама жилетка, она также остается теплой и при этом очень удобной и комфортной. Вещь сама по себе очень крутая на самом деле. Дальше у нас идет вот такой RushGuard, если я не ошибаюсь, Under Armour. На молнии 1.4 Zip.
Также в Сибиричке у нас, конечно же, имеются. Логотип у нас тут, логотип тут. Также легкая, просторная, на лето вообще пушка, гонка вещь. С сегодняшнего дня были взяты вот такие кроссовки от Nike. MD Runner 2, если не ошибаюсь. Да-да-да-да. Тоже очень крутые, сетчатые, 43-го размера. Довольно удобные, легкие, но при этом довольно крепкие. То есть очень крутая сама по себе обувь. А под конец данного приятного видеоролика хотелось бы напомнить, что есть такие замечательные кнопки, как поставить лайк, написать комментарий, сделать репост. Сделать подписку на канал, ребята, все очень просто, но мне очень приятно на самом деле будет, если вы это все сделаете. И всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующем завозе.